Готов пугаться? Ну, я не знаю, страшно она или нет вообще. Приветик. Кстати, мы со Славиком как раз к твоему стриму успели пройти Half-Life 2 эпизод 1 в коопе. Юху! О, господи, Фокси, чего я сейчас натерпелась? Это просто... Я даже не знаю, как это все описать. Для меня, короче, начать стримить новую игру, это просто ужасно. Спасибо. У меня... Я не знаю, у меня вообще сегодня какой-то неудачный день. У меня только что перегорела лампочка. Коты что-то натворили. А, уронили занавески. Опять у меня порвали. Сорвали. Вот. У меня не получалось настроить камеру из-за того, что свет другой. Это просто вообще я какая-то... Я не знаю, я какая-то бледная, ужасная. Короче, потому что у меня теперь все лампы холодного света. Одна из них вообще куда-то никуда светит. Вот. В общем, всем привет. Я все-таки запустила эту игру. Значит, меня слышно вообще? Тутанхамон, привет. Значит, почему Doom 3? Слышно, нет? Ладно, я думаю, что слышно. Фокси, серьезно? Слушайте, наверное, без чата тогда будем, потому что я сейчас не смогу его настроить, мне кажется. Ну, может быть, и смогу, но... Ладно, пока разговариваю, я пробую настроить. Да, у меня ломается сегодня все. Чат сломался, зашибись. Йоникс, привет. Так вот, у меня в группе было голосование, и там нечестно выиграла игра Alone in the Dark, а по-честному выиграл Doom. Вот так. Все рассказала. Значит, не, я могу ее свернуть. Все, зашибись. Тогда сейчас мы настроим чат все-таки. Настройки. Копируем ссылка. Ой, я ненавижу, когда так происходит. Потому что у меня второй монитор, он как бы такой себе. Всем привет, Сода, привет. Блин, ну почему именно сейчас чат сломался? Ну почему все сразу всегда ломается? Не, у меня сегодня явно неудачный какой-то день. Привет, Бадьят. Почему нечестно? Игра выиграла? А потому что там один и тот же чел проголосовал 10 раз. Вот почему. Можете посмотреть имена тех, кто голосовал. Один и тот же чувак проголосовал 10 раз. Я понимаю, что он очень хотел ту игру, но по-честному выиграл Doom. Так, браузер, создать чатик. Окей. Ну чё, появился чат на экране? Напишите что-нибудь. Да, появился. Умно. Да гений, просто гений. Так, сейчас мы сделаем мое любимое. Так, ширина 400, высота. Не знаю, давайте тоже пока 400 сделаем. Не, это квадратный чат. Высота 500. Привет, привет. Короче, я надеюсь, что игра вылетать не будет. Тут как бы произошло что-то странное, и перед самим стримом у меня почему-то вылетела игра. Я очень надеюсь, что это была какая-то случайность, и что такого не будет. Значит, Doom 3 я не играла. Единственный Doom, который я прошла, это был, конечно же, четвертый Doom. Вот, этот вроде как более немножко страшный. Играть будем на последней сложности. Короче, в общем, все сказал. Привет, привет. Бигмен, Илья, Став, приветик. Монаджем, привет, привет. Да нафиг он нужен этот чат. Не трай, хочу видеть игру. Пофиг, что плюс на других платформ. Все, всем удобно на экране читать. Смотрела, что из себя проклятый зим просто... Нет, я не смотрела.
Я сейчас работаю без выходных, после стрима сразу ложусь спать. Встаю рано, потом прихожу с работы, сразу запускаю стрим, мне даже некуда посмотреть, то есть я о таких вещах, честно говоря, быстро забываю, так что я забыла, прости. Привет, Юра. Ну, сегодня, да, рожки, они, правда, у меня вот здесь, короче, такая херня, в которой батарейки вставляются, и, в общем, с наушниками это все очень неудобно, но я как-то выкрутилась, по-моему. Так уже, так рожки кривые становятся. Ладно, все. Я не трогаю рожки, я не трогаю ничего, я запускаю игру наконец-то. Так. Надеюсь, ничего вылетать не будем. Так, выбираем сложность ветеран. Тише игру. А, вовремя я прочитала. Хорошо. Еще тише игру. Как скажете. Я как раз не успела еще ничего сделать. Так пойдет? Сода, спасибо тебе большое. Ксарекс, привет! Ты пришел прямо к началу третьего дума. А кто, кстати, играл в эту игру? Кто мне подсказывать будет, а? Рожки мне идут. Рожки да ножки. Так, нормальная громкость, да? Чтобы я больше не выходила из игры ради громкости. Бэкрикс, привет. Блин, бесит, что микрофон видит. Давайте вот микрофон вот на таком расстоянии. Громкость еще сделаем поменьше. Вот так. Все, вот так норм, да? Меня слышно? Или мне орать? Я буду орать! Пожалуйста, скажите, что со звуком все нормально. Коридорный шутер. Что тут подсказывать? Хорошо. Ну, надеюсь, мы пройдем коридорный шутер довольно быстро. И будем играть еще во что-нибудь. У меня столько игр вообще по плану. Просто, я не знаю, на год вперед, как обычно. Бегаешь и отроди мочь. А? Так, ветеран. Объединенная аэрокосмическая корпорация. По-русски! USC, самая крупная в истории человечества. Созданная изначально как производитель... Пытаюсь понять сюжет. Систем, умное лицо. Бионауками, изучением космоса и другими научными направлениями. Керригон, привет! Благодаря неограниченным средствам и возможности игнорировать нормы морали и закона... Саундтрек? Ну, такой мощненький, как обычно. В истории человечества. В предыдущем думе обалденно тоже саундтрек был. Ну, в следующем думе. Чё вы печатаете? Я, думаете, читаю? Сейчас что-то важное было по сюжету. Ты играешь в Doom? В какой такой Doom? Обнаружен приближающийся транспорт. Что это? На связи Darkstar. Координаты траектории 07063.38000. Понял вас, Darkstar. Подходите с азимута 07063 через точку 38000. Так точно. Пусть и ран на сложности ребенок. Мы видим их без радара, сэр. Они сейчас приземлятся. Отлично. Отправьте это. А главный герой во всех думах сразу. Один и тот же? Да, сэр. Интересно, когда следующий дум выходит, я уже не помню. Darkstar, причал свободен, швартуйтесь. Вроде на Е3 его... А, не на этой Е3, наверное, на прошлой Е3 его анонсировали. Кстати, играть буду на клавомышке. Как всегда, блин. Тройной хардкор, короче. Ветеран, еще и клавомышка, ну. Не верю, что пришлось лететь самому. Дум и Квейк лучшие шутеры? Хватит, мне уже надоело. Заниматься кризисным управлением... Осенью зашибись. И мы перед этим с вами... Если не получится, я им устрою кризис. Годноту, значит, пройдем. Мы культовую. Мы должны заставить Бетругера подчиниться.
Как скажете, инспектор. Привет, привет! Ждешь думать о... Я играю! Я могу крутиться! Я могу ходить! Что еще я могу? Так, я наверняка могу умереть. Когда вы подойдете к интерактивному компьютерному интерфейсу, ваш... Что? А что будет? Я не успела прочитать. Прибытие, отбытие. Не знаю, я, наверное, не могу здесь ничего нажимать. 22 ноября 19 года. А. Ну, конечно, лето, как всегда, без игр, осенью что-то начнет выходить. Завтра стрима не будет. Добро пожаловать на Марс. Все вновь прибывшие должны пройти регистрацию. Ага, нажмите Е, чтобы взаимодействовать с персонажем. Но это вообще во всех играх одинаково. Тыщ! Иди к администратору, он тебе все объяснит. Извини, мне некогда. Проверяю груз. Ты что, в айфон играешь? Если я не закончу погрузку в срок, начальство мне голову отвинтит. Не мешай, а? Понятно. Не отвлекаем. Так, а здесь тоже надо подойти и нажать Е. О! Ладно, отбытие нажимать пока не будем, мы, походу, только прибыли. Добро пожаловать в Марс-Сити, центр научной станции Объединенной Аэрофизики. Свада, привет. А, с тобой же здоровались. Так, 22 ноября. Я улетаю отсюда. Я постоянно, постоянно смотрю на клаву, чтобы понять, где Е находится. Если останешься здесь, будь осторожен. Будь осторожен. У меня здесь нету шлемака. Никому не доверяй. Нажимай, короче, на все кнопки. Не знаю, можно так делать или нет. С прибытием на Марс, солдат. Мы на Марсе. Встань на один из красных квадратов на полу. Я просканирую тебя. Это займет всего пару секунд. Окей, ура, начинай. Я поняла, мы на Марсе находимся. Главный... Не шевелись. Если будешь двигаться, сканирование займет больше времени. Главный... Ну вот, с фонарем? Можешь выходить. Ну, я вообще про эту игру абсолютно ничего не знаю. Боже мой, я думала, что это враг. От лица UAC приветствую вас в Марс-Сити. Марс-Сити служит центром всех научных изысканий, геологических исследований. Вы можете открыть много дверей с помощью ПЦС или подходящей карточки. Обеспечение безопасности и благополучия всех. У меня нет такой карточки. Блин, как все сложно. Мы просим вас неукоснительно соблюдать все предписания. Новая игра, новые сложности. Не пытайтесь пройти. Либо пушка, либо фонарь. Закрыт доступ. Будьте внимательны. Ноябрь, месяц безопасности на Марсе. И если вы заметили, у АЦ запланировали семинары, чтобы помочь создать безопасные условия труда для каждого. Скачайте сейчас, чтобы узнать больше. Значительными или незначительными. Не могу. Наша марсианская станция включает в себя жилые помещения, зоны отдыха, социальные учреждения. Такое ощущение, что я играю, не знаю, во что-то такое, дома. Типа, помните, вспомнить все, там, помните, тоже, типа, Марс. Которым суждено перевернуть жизнь всего населения. Там фонарик на оружие не поставишь, только F. Если вам требуется более подробная информация, так, пока что для меня ничего не понятно, что вы пишете. Дойдем до геймплея уже, ну, до стрельбы, и там будет понятно. Впервые здесь? Привет, Риттер, это Рош. Ее отправят казармы. Кстати, можно их включить. Сначала сообщу тебе о главном. Этот вы карман... Да, можно включить, но... Ну, мне надо туда залезть. Без него тебя никуда не пустят. Когда тебе дадут допуск к охраняемой F, зону, включить фонарик. Это очень важно, не потерять. Так-так, сержант Келли требует немедленно явиться к нему. Отправляйся прямо в штаб десанта. Тебе туда. Сориентируешься. Так. Данные, почта, видео, диски, инвентарь.
голые кулаки находятся на конце рук. Добро пожаловать на Марс, десантник. Цель этого брифинга — ознакомить маловато вас с стандартными процедурами неземной службы на Марсе. А, первое, вы не видите, главное, вы не видите, да, что у меня написано, что 120 FPS? Весь передовой и сержантский состав десантных сил подчиняется мастер-сержанту личные Томасу данные. Келли. По приказу сержанта Келли вы будете приписаны... Я морпех, короче! ...возглавляемому командиром патруля. Обращайтесь сейчас к командиру патруля по всем вопросам, связанным с несением службы. При исполнении служебных обязанностей... Привет, оставайтесь Хруст. В пределах патрулируемой территории. В ваш КПК записана вся информация, необходимая для эффективной охраны вверенной территории. Весь персонал должен находиться в зонах, к которым он приписан. Обо всех нарушениях режима доступа... Видишь, 39,5? Ну, слушай, игра-то вообще-то старая. Прежде хотя всего, у меня вроде 60, ну, минимум 60 FPS. Никогда не открывайте огонь там, где это может поставить под угрозу жизнеобеспечение комплекса. Не забывайте, вы лучшие воины галактики. Бдительно несите службу. И удачи вам, десантник. Морпех, доложите в управление морпехов как можно быстрее. Не тратьте время зря. Понятно, а я тут сижу в инвентаре. Так. Поговорите с сержантом Келли в штабе управления морпехов. Вот оно, мое задание. Сходи туда, поговори с этим, поговори с тем. Вы можете находить видеозапись. Я случайно видеозапись нашла? Угу. Даже не поняла пока, как она выглядит. Привет, Дмитрий. Ты пожилой морпех? Спасибо. Данные отправлены на ППС. Я что-то делаю, какие-то данные собираю, какие-то диски собираю. Я думаю, что когда-нибудь это мне может быть пригодится, ну, а может быть и нет. Привет, Саша Иванов. Я тебя здесь раньше не видел. Ты, наверное, из этих, из командированных. Какие-то проблемы? Я просто делаю свою работу. У меня проблем нету. А вот у тебя? Вот как? Разве вы не понимаете, насколько важна ты, наша работа? Что у него с глазами? Понимаю, но я уполномочен провести полное расследование. Кто вас наслаждаюсь разговорами. Что правление понимает в науке? Их интересует... Ну, в таких играх должно быть минимум разговоров. Товар? Не волнуйтесь. И максимум мочила. Вот что я хочу. Ценой скольких жизней? Скажите, а на сколько часов интересная игра? Почему рабочие так взвинчены, жалуются, требуют перевода с Марса? Обычная на Марсе что-то происходит. Переутомление, ничего особенного. Если бы мне дали больше денег и квалифицированного персонала, даже этих несчастных случаев удалось бы... Привет, Фрешмит. Боюсь, вы ничего не получите, пока мой доклад не ляжет на стол правления. Я требую права доступа везде, в том числе в Дельту. Надеюсь, с этим проблем не возникнет? Только если вы не будете путаться у меня под ногами. Я люблю Мочилова, как в Dark Souls. Скоро все будет, вот тебе хватит. Пошли. Тебе хватит, в смысле, на сколько часов, я спросила. Ответ тебе хватит. Привет, Мэггот. Так, оттуда я пришла. Я просто не хочу ничего пропустить. Вдруг где-то что-то лежит. Так, левел 1. Этаж 1, Марс Сити. Ага. Кибердрэгон, здорово. Как дела? Слушай, приятель, у тебя нет доступа в эту зону. Отойди. Ага. Ну, знаешь, мне туда все-таки. Какие... Отвыкла от игры от первого лица. Мне кажется, что я слишком близко сижу, как будто. Кирпичей? Стой! Кажется, я тебя раньше не видел. Ты должна быть из пополнения. Слушай, а чё ты, блин, даже не повернулся? Наглёшь. Не сталкеры, то ладно. Архангел, здорово. Ты, кстати, нам запретил идти со Славиком голосовой, а мы пошли. О! Непослушные какие, а?
Сергей, привет! О! Здесь есть отражение! Ура! Я обожаю в игры заходить в туалет и смотреть на свое отражение. Слушайте, оно еще такое вроде довольно качественное отражение. Я эту игру никогда до конца пройти не мог. Все время начинал до половины. Начинал до половины, доходил и забрасывал. Хочешь сказать, что там будет трудно, что ли? Или страшно, или просто надоедает. Так, понятно. В туалете просто отражение. А здесь не прибавляется громкость эффектов, здесь общая громкость только есть. Ну, черт. Я-то все нормально слышу. Надеюсь, вы тоже. Просто меня попросили звук потише сделать. Так, столовка. Новости IBM. Твоя вселенная. Объединенная аэрокосмическая корпорация решительно отвергает появившееся в прессе заявление о растущем военном присутствии на Марсе. Всегда представитель корпорации заявил, что увеличение связано с освоением нового. Это другой чел. Он просто выглядит так же. Ну ладно. О! Брать ПЦС полезно. Контент автоматически скачивается. Ну, короче, понятно. Все, что берется, беру. Миллер, слыхал о Капрале Авани? Да. Нет, говорят, это пока. Съехал. Отправили домой на прошлой неделе. Одного отправили, другого прислали. Многоэтажный дом. Просто как-то времени не было, а так ничего вроде сложного. Не из нашего взвода. Терпеть не могу. А, новенький. Поздравляю с худшим назначением. Сложно на ветеране, но всегда ведь есть F5. Появится свободное время, заходи. Выпьем. Еще один новичок, а? Да, я новичок. О! Что это? Это типа надо как можно быстрее, что ли, сделать? На PS4 такая озвучка была? И все? Да не, я не буду 10 тысяч очков убивать. Нет, за кого вы меня принимать? Во-первых, мне жалко их. Нет, нет, нет. Идем дальше. Отсылка к Думу 90. Ты мне вот что. Вот это вот надо починить очень срочно. Так что с твоего позвони. Чини, чини. Штаб десанта прямо за углом. Иди туда и доставай там хоть всех подряд. Короче, отстань от нас. Внимание, доктор Брэддок, вас ждут в службе жизнеобеспечения, кабинет 4А. Так, отсюда мы вышли, куда же нам идти? Я все скачиваю пока что. У меня нет такой карточки. Ладно, попробуем пройти в эту дверь. Иди доложись сержанту Келли, он в штабе. Отлично. Мы на верном пути. Если бы было жалко, то ты бы не пинала эту птицу. Но я просто думала, что что-то произойдет. Мне нельзя отвлекаться. Мне надо закончить работу. Это, блин, это как будто, знаете, я попала в фильм «Чужой». Здесь какой-то больной лежит на кушетке. Или он просто раненый. А можно как-то зайти туда, спросить, помочь? Хотя вдруг из него что-то вылезет. Ага, доступа нет, понятно. За 100к? Да это надо час этим заниматься. Я пытаюсь тут кое-что перенастроить. Поговорим позже. Тебе что, заняться нечем? Все в работе, кроме меня. Мне реально нечем заняться. Мне нечем заняться.
Не торопился, солдат. Во-во, я просто тоже так, сразу про лицехвата подумал. Теперь задание. Пропал ученый. Это не первый случай. Так ты как вообще люди могут быть на Марсе? Что за фигня? Освоишься. Твоя задача проверить заброшенный центр. Нет, связи. Ни в один квейк не играла. Туда. Пройти в центр можно через подземный уровень Марс-Сити. Строгофикация? Я запрограммировал робота. Он проводит тебя к лифту на подземный уровень. Квейка мы еще с вами, наверное, тоже вернемся. Внизу у лифта пост охраны. Там тебе будет опасно. Когда найдешь ученого, просто приведи сюда. Живого и невредимого, понял? Свободен. Следуйте за часовым ботом к лифту, который ведет на нижний уровень. Стой! О, автосейв! То есть самой сохраняться не надо, правильно? Ура! Ну хотя бы из-за этого не надо париться. Привет, Ярослав. Внимание сотрудников корпорации. Хотите получать больше денег? Исследовательским лабораториям Дельта... Не спойлери, кто выживет. Не спойлери. У ваших менеджеров по кадрам. А что такое? Надо конфетку съесть. А то горло першит, не могу. Сейчас я профукаю квет. Да, да, иду, я иду, подожди. F5 это что, сохранение? А, надо сохраняться? Надо сохраняться, хорошо. Точно F5? Я же сейчас нажму. Если у меня удалится игра безвозмездно, то я прикончу тебя. Найдите вход обслуживания. Слушайте, странно вообще. В четвертом Думе так мало было разговоров. Там, по-моему, действительно была только начальная заставка и все. И дальше просто чистая мочилова. Прослушайте аудиозапись Адама Бернеша, которая была добавлена в ваш ПЦ. Угу. А F9 это загрузка, да? Так, ладно, нажимаю F5. О, получилось! Спасибо. Это классика, да? Alt F4 закрыть игру. Все, вы меня научили. Да не, не удалиться. Нажми на лифт. Угу. Подожди, здесь мне написали прослушать аудиозапись и ввести комбинацию можно. Как просто мне заходить? Ой. Я понятия не имею, как заходить в мой инвентарь. Какие здесь кнопки? Давайте все понажимаем. Короче, нажимаем все кнопки и узнаем, что происходит. Так, ничего, ничего. Так, в бок. Ага. Привет, Павел, спасибо тебе большое. О. Присесть можно на С. Прыгать на пробел. Так. Черт возьми. Ай! Не открывается. Блин. Может, Ctrl? Короче, я не знаю, как открыть свое меню. Смотреть, да? Ну ладно, давай посмотрим. Настройки. Управление. Ой. Вперед, влево присесть, поворот, бег. О, бег есть. Левый shift. Офигенно. Атака. И все. Фонарик А. Что-то. Я сколько раз прошел и не знал, что есть инвентарь. И ни одного кода в тайнике не разгадал.
Ну, возможно, что нет инвентаря. Может, я что-то туплю? Во! Таб! Серьезно? Серьезно, таб? Пробуем. Офигеть! Спасибо. Так, вот, и здесь надо прослушать. Вот этого, по-моему, мужика. Черт. Черный кот, пропавший персонал. Что из этого надо прослушать? Не помните? А, это все просто записи, а мне нужно прослушать. Прослушать я могу вот это. От лица UAC приветствуем вас в Марс-Сити. Марс-Сити служит центром всех научных изысканий, археологических исследований и военных операций на Марсе. Мне надо Основная забота UAC – обеспечение безопасности и благополучия всех работников и гостей Марса. В целях безопасности мы просим вас неукоснительно соблюдать все предписания UAC. Пожалуйста, не пытайтесь проникнуть в зоны, в которые вам закрыт доступ. Будьте внимательны. Следите за своими действиями. Привет, Олег Исаев, отлично. Если вы заметили что-то необычное или просто хотите задать вопрос, обратитесь к ближайшему охраннику. Они здесь для того, чтобы помочь вам разобраться с проблемами, неважно, значительными или незначительными. Наша марсианская станция включает в себя жилые помещения, зоны отдыха, социальные учреждения. Блин, наша серьезно? Цель — создать вам дом вдали от дома. Помните это, помогая нам проводить фундаментальные исследования. Да как? Суждено перевернуть. Тут точно не ветеран этой игры. Солнечной системы в целом. Если вам требуется более подробная информация, пожалуйста, обратитесь к своему менеджеру по работе с персоналом. Ну вот, я не то прослушала. Добро пожаловать на Марс, десант. Цель этого брифинга — ознакомить вас. Короче, нет, я не знаю, как открыть. Кстати, вот про меня, смотрите. Имя неизвестно, ранг морпех охранник. Короче, у меня, наверное, нету записи, которую надо прослушать, чтобы открыть код. Я ее не нашла. Я отстойно играю. Зато я пригибаться умею, поняли? Тут точно ничего нет. Эх, а там ведь какой-то инвентарь. Скажите кто-нибудь код. Неверная комбинация. Крутые парни проходят без тайников, он ли хардкор. Ой, Рокли, здорово. У тебя есть запись, просто ушки надо было надеть, а не... Я в ушках! Так, а, код позже найду, все. Ребята, мы поехали в Марс-Сити. Сейчас какой-то город будет. Так, здесь люди до сих пор. Добро пожаловать в подземелье, солдат. Ага. Самое скучное место на Марсе. Одну минуту, я выдам тебе броню и пистолет. А то что это за солдат без оружия? Код в текстовых файлах смотреть? Вот твое барахло. Сейчас, подождите. Я не могу никак с этим кодом успокоиться. Все в шкафу, бери и отправляйся. Ну где же мой код? Я не вижу цифр никаких. Ты чего снаряжение не берешь? Сейчас он перестанет мне снаряжение давать. Все в шкафу, бери и отправляйся. О! Помните, на-на-на. Не, ребят, кода нет, все. Давайте попозже это все будем делать. Не знаю. Ты чего снаряжение не берешь? О, снаряжение! Теперь ты готов. А это?
Сейчас, я проверю радио. А это аптечка? Это похоже на аптечку. Проверка связи. Отлично. Прием нормальный. Ага, у меня есть кулаки и пистолет. Так, а целиться я не могу, что ли? Просто сразу стрелять? Это вниз по лестнице. Тут, кстати, есть один уровень, где все шкафы будут с кодом 1234. Серьезно? Получишь шанс поближе познакомиться с Марсом. А почему аптечку не взять? Окей, все в порядке. Все, как предметы брать? Ах да, вот еще что. Не путай штатских с мишенями. Они тут работают. Случайно штатских не поубивать. Хорошо, постараюсь. А, короче, аптечку не дают. Не знаю, почему. Чего стоишь? Давай топаем. А в кого стрелять-то? В бочку? Не знаю, я просто иду вперед. Ну, хорошо, я просто не знаю, как включать фонарик пока что. Ух ты, давненько я не видел здесь. Пока все хорошо видно, фонарик не нужен. Приветик. А, Джордж Куни. Угу, здорово. О, я что-то нашла. Оно не берется. Нет, картинка. Путай штатский смешок. Он сказал, не путай. Мне не нужен фонарик. Ты ищешь ученого? Господи. Не ищи его слишком усердно. Ты что, сидишь тут? F это фонарик? Угу. А он заканчивается? Да, он заканчивается. Слушайте, а что он меня напугал? Не слушай. Роджерс. Ты долбанутый, Роджерс. Люсь? Став, что ты хотел сказать? Ты уходишь? А, беги. Слушай, а, беги. Я бы тысячу раз уже закончил. Так, так а как? Я же, видишь, во все стороны смотрю. Я не могу бежать. Я осматриваю здесь все. Я очень осторожно играю вначале. О, о! Я нашла только что котка здесь. Да! Я серьезно! Я код только что нашла! Только что это видео? Так. Нет, это почта. Наверное. Блин, как понять, что я только что подняла? Ну, о, как непонятно. Беги до хоррора. Я только что подняла код. Мне об этом написали, что типа может содержать коды. Это намек. О! Прошлой ночью охранники не смогли понять, как открыть хранилище в офисе охраны. Я провел следующее утро, объясняя им, как работать с панелями охраны. Они не понимали, что можно открыть оба хранилища с одной панели. Где они нашли этих людей, Брукс? Установите код безопасности хранилища в отсеке стабилизации энергии на 531! Ура! Ура, ура! Приветик, Заверс. 531. Код от всех дверей. И отсюда, и оттуда. Так, возвращаемся, короче. Потому что вряд ли мы потом еще... Ну, то есть, я не знаю, вернемся ли мы туда еще. Поэтому схожу-ка я сейчас туда. 531, 531. Я демон. Летящий на крыльях ночи. Ой, это не из этой оперы. 531. Сейчас мы будем с вами пробовать. Что такое? Откуда я пришла-то? Я же отсюда пришла же. Да блин. Так. Подождите! Это не... Это лифт или нет? Откуда я пришла? Где лифт мой? Иди задание выполнить. Да ну, ну, нет!
Ну, пожалуйста, дайте вернуться. Нет, там просто в этой записи было указано то, что этот код подходит к двум панелям. Я вернусь, хорошо. Я вернусь, вы только дождитесь. Назад не пускают. Так, мне кто-то наврал про то, что типа... Я ветеран в этой игре, но про коды не знал. Как ты мог про коды не знать, если это сюжетный момент? Идет сканирование. Скан входящих флуктуаций. Что, блин? Куда входящих? Каких акций? Ай-яй-яй, я не хотела. Как тут перезарядка? На R, наверное. Я начинаю понимать, как играть на клаве с мышкой. Это нормально? Господи! Что за привычка подкрадываться к людям со спины? Ты чё, ты такой нервный? У всех нервы на пределе. Что ты такой нервный? Успокойся, Люся, проходил всегда без сейфов, просто патронов будет меньше, брони и аптеч. А, всего лишь-то! Игра сильно преобразилась с 93-го года, я начинаю стареть. Я так понимаю, ее подтягивали после этого. О, фонарик. Меня всему учат, все хорошо. Мы типа должны все куда от всех дверей знать. Я этого не говорила. Хотя, знаешь, в последнее время мне кажется, что мои подписчики знают просто каждый шаг в какой-нибудь игре. Все коды, все секреты, все-все-все. Или вы там, у вас там Google под рукой, и вы гуглите, сидите, или на самом деле у всех такая феноменальная память. Тут уже жутковато. О, фонарик погас. Привет, мистер Руслан. А, ты тот новичок, который... Да, я думаю, раньше игра по-другому. До него тебе придется топать по улице, так что не зевай. Придется пробежаться от шлюза до шлюза. Бурн? А, не бойся, в твоем костюме неплохие. Или Бьорн, не знаю, как это читается. Привет, здорово. Да не играл я действительно ни одного сейфа не открыл. А, не врал. Не играл. Не врал, хорошо. Молодец. Я честный судья. Давление выровнено. Замечательно. У всех такая феноменальная память. Я вот, например, весь Alien Isolation, кроме кодов и Half-Life знаю. Слушай, я тоже обожаю Alien Isolation. Тоже очень хорошо его знаю. Хотя, честно сказать, я два раза его проходила. И все-таки каждый шаг я, наверное, не помню. Где мне стоять надо? Ой, мамочки, меня на Марс выкинуло! Без защитного костюма я просто... Я всегда раньше думала, что на Марс нельзя так просто выходить. Пока что можно бегать и не пугаться. Я куда-то хожу туда-сюда, туда-сюда. Я не знаю, я сама думала, что будет мясо сразу, просто в меня куски мяса какие-нибудь полетят, я их буду их отстреливать, но никого нет. Эй, где все? Аптечки даже не берутся, представляешь, насколько все лайтово. Благодаря мне Славик прошел за стримов 5-6 чужого. Без меня бы это затянулось на стримов 11-12. Да ты просто супер! Георгий, привет! Плавно готовят к жести, я чувствую. Доберитесь до старого строения связи. Такая атмосфера.
прислать это сообщение. Их надо предупредить, пока еще не поздно. Иначе все. Иначе. Всем привет, кто подошел на мой стрим. Мы только начали думчик проходить. Диа, он существует. А, аптечки берутся, когда я ранена буду. Я построил его клетку. О, нет, демоны повылезали. Господи, спаси. Ой. Мне от этого уворачиваться? Я пока не знаю, что мне делать. Мне кажется, что эти черепа невозможно убить. Они прозрачные. Что это? О! О! Он стал зомби! Не поняла. Они вселяются в людей и превращают их в зомби? О, это же просто ужасно! Я буду убивать своих же, считайте. Спасибо. Все, поперло. Сейчас посмотрим. Я думаю, что мне на поверхность, хотя это не точно. Первый этаж, давайте попробуем. Я выбираю первый этаж, потому что я не знаю все равно, куда мне идти. Ну все, начинается. Теперь пугать будет не только сисадмины. Открыть дверь, сказала. Я ничего не боюсь. Все нормально, я вообще, по-моему, назад иду. Лига, здорово. Командиры отрядов, доложите обстановку. Спасибо тебе огромное, привет. Смотрите, а мы можем по Марсу походить. Ой, тут что-то есть. Ой! Ой, по Марсу нельзя ходить! Что такое? Оно уже и до сюда добралось. Мужики, которые тут работали, они все превращаются в зомби. Так, три выстрела в голову. Они умирают с трех выстрелов. Hello! А, привет, Багдад! Ну, кстати, я почему-то ожидала, что сейчас что-то подобное будет. Честно говоря, почему-то не ожидала, что здесь будут зомби. Демоны какие-нибудь, да, но зомби. Так, можно управлять механизмами. Смотрите. А я не знаю. Я не знаю, как управлять. Ну, я играю на максимальной сложности. Видимо, вначале так. Не видно патронов? А... Ой. Нафиг! А эти зомби еще и стреляют. И бегают! Тихо, тихо, тихо. Тихо!
он меня сейчас убьет. Слушайте, сейчас такое ощущение, что я прям в старую игру играю. Они так смешно выглядят немножко. Может, фонарик. Ползет ко мне кто-то, ползет. На Твиче топовый чат. В смысле? А, ну да, это не максимальная сложность. Максимально доступная сложность в начале. Конечно, максимально тут называется кошмар. А может быть здесь тоже, там, я не знаю, 8 сложностей. Может, мне туда как-то залезть надо? Ладно, давайте по-нормальному. Давайте нормально будем играть. Ну и что я сюда зашла тогда? Вниз? Я умру там, нет? Я думала, вот сюда можно запрыгнуть. Не, не получается, короче. И вниз не получается, сюда не получается. Все, идем дальше. Отлично, я ранилась тут еще в придачу. Короче, возвращаемся. На кошмаре у меня будет снижаться хп до 20. Ну, я не уверена, что я буду играть когда-нибудь на кошмаре. Спасибо, что рассказал, конечно. А здесь-то мы чудё. Однако... Наверное, все-таки наверх там надо запрыгивать. Или карточку доступа взять где-то. Так, пока не соображаю. Мне кажется, он туда, когда он запрыгнул. А, дверь, да? О, спасибо. Что-то первый раз не получилось. Кому тут помочь? Нет, у меня перезарядка. Как бить? Надо как-то иногда на руки переключаться. Во, во, смотрите. Лучше был бы Doom 4, а то третий очень темный. А Doom 4 мы уже стримили. Ну и... Welcome. Спасибо за подписку. Come back anytime. Он не просто темный, он специально темный. Я, кажется, ружье взяла. Офигеть, вовремя! Так, ребят, у меня, значит, 20 патронов в ружье. Лучше, наверное, сначала пистолетом все-таки пользоваться. Так, осколок брони взяла. Аптечку взяла. Шипись, отличное место. Спасибо за подписку, кстати. Кому тут помочь? Не волнуйтесь, я буду постоянно включать фонарик. Ладно? Вот, вот он будет заканчиваться, заряжаться, я буду его обратно включать, чтобы вам было лучше видно. Можно, конечно... Можно, конечно, попробовать яркость немножко выкрутить. Но мне что-то подсказывает, что так и надо. А будь это старое издание Дума 3, то фонарик был бы отдельным оружием, а не примочкой оружия. Ну, там, видимо, графон был бы намного хуже. Смотрите, какие они ловушки тут делают, заметили? Раз, короче, дверь такая сбоку открывается, оттуда зомби лезет. И там патроны лежали. Отлично. Все, беру. Оно все, короче, само тут берется, очень удобно.
Кто это? А, осуществить лечение, о. Рожки, да. Не страшно, когда зомби стреляют? Не, ну страшнее, да, когда они так, знаешь, крадутся такие. Вот так делают, как в Resident Evil. Фонарик напихали, не круто. В старом издании надо было светить и менять на оружие, успевать. Нет, я играла только в четвертый Doom. Я в каком-то обратном порядке играю. О, монстр. Да ну... У меня 48% лечения осталось. Да наоборот, хорошо, что здесь фонарик можно включать. Он же заканчивается все-таки. Я хочу стрелять из ружья. Мне как-то спокойнее. О, вы видели, как он развалился? Да, детка, это было круто. Секретная комнатка. Да. Слушайте, а тут всех надо убивать? Или как бы идешь вперед и не паришься? Уворачиваться? Как? Ой, я вылечилась. Не болей. Ну, мне не получается не болеть. У меня этот дебильный кашель никак не проходит. Я играл первый, четвертый Doom, топ-часть. Я не знаю, какой-то сухой кашель вот и не проходит, ну никак. Все время в горле першит так отвратительно. А, поняла, как уворачиваться, все. Первый раз, конечно, непонятно было. Просто из стороны... А! Из стороны в сторону надо делать. А, всех надо убивать? А я думала, можно мимо пробегать. Свет все время вырубается. Как так жить-то? У тебя тоже кашель. У меня кашель уже месяц, наверное. Грузят. А, подземкам. Не поняла. А что мне загружать-то? Шеннон, здорово. Не поэтому. Тут иногда и левел не качается, пока всех не убил. Ага. Так, ну, не знаю, я думаю, что верхняя, наверное. Отлично, все сначала. Все сначала. Черт! Черт! Я забыла, что надо сохраняться. Ой, нет, только не это, ну. Видимо, один раз стоило облажаться, чтобы запомнить, что сохраняться надо. Фак. Я уже так далеко прошла, и все сначала. Боже мой.
Ну как, я, конечно, не всю игру прошла, но я почти первый уровень, мне кажется, прошла. Я уже ружье нашла. Ладно, будем бегать. Короче, сохраняемся на F5 почаще. Вспоминаем сталкера и сохраняемся. Кто говорит, что на мышке легко стрелять? Чё-то нифига. Поиграл в Doom 95 года? Поиграть в Doom 95 года? Зачем? Так, да, автосейвов реально нету. Я еще на трудном играю и забываю сохраняться. Кто я после этого? Ну куда ж я денусь? Конечно, я теперь буду стримить Stalker 2. Конечно же буду. Так, я засейвилась. Что такое здесь? А, дорожка выстраивается. Сейчас мы по ней пройдем. Ого, нет! Тихо! Чуть не убил меня. Блин, он меня стреляет. У меня, короче, отдача какая-то. А чё смешного? Сталкер 2, это уже все, это уже must have, все. Я уже хочу ее сама. Я там уже персонажей как бы знаю, я все знаю. Осколок брони там наверху лежал. А вот внизу мне сказали тут что-то, ну не знаю, не нахожу, вот осколок брони нашла. Так, все, ребятки. Спокойной ночи, бодьяночка, пока. Ни хрена он разошелся. Короче, когда я сжигал ветки в бочке, я разжигаю их баллоном с насадкой. Оставил баллон возле бочки и не заметил этого. Баллон перегрелся, взорвался, скажем так. Если я был бы очень близок к бочке, то я бы обгорел насквозь. А, в смысле, у тебя сейчас это произошло или давно? Stalker 2, как и Half-Life 3, анонсировано, но не выйдет. Почему? Почему не выйдут? Зачем анонсировать игры, которые не выйдут, а? Такой, короче, такая подстава меня вниз, значит, увезло. И здесь внизу просто целая толпа была. Вчера буквально ночью произошло, когда никого не... О! Ну что ж ты так? Блин. Ну, я надеюсь, вот эти мысли, то, что если бы... Что все могло быть еще хуже, наверное, тебя это как-то хотя бы поддерживает. Человеческий мозг так устроен, что когда он думает, что у кого-то хуже или могло быть хуже, как бы ему становится немножко легче. Может, это и неправильно, но могло быть намного хуже. Так что все хорошо. Чего, чего там за деньги? Что мне там предлагают за деньги уже?
Сталкер 2, наверное, будет. Да, я просто уверена, что он будет, ну. Или это студия, которая делала Сталкера, она что с ней случилось? Она что, развалилась, что ли? И при чем тут Half-Life? Одна и та же студия, что ли, делает? Разработчики одни и те же. Так, тихо. Я пытаюсь вылечиться, а он меня бьет по заднице. С рукой все в порядке, просто на опыте понял, что с огнем надо быть внимательнее. А вот я теперь на опыте поняла, что надо сохраняться постоянно. Так что эту надпись вы будете видеть очень часто теперь. Не, ну вы здесь не могли сохранить, а? Сейчас двух выстрелов получилось. Странная какая-то хрень. Теперь вообще с одного. Видимо, зависит от того, куда я стреляю и на каком расстоянии я стреляю. О, какая долгая перезарядка! Тихо! А! Кто там? Ни хрена себе, он меня в спину стрелял! Бакзелек, хорошо. Сохранение для слабаков. Разрабам похер. Ну, это, конечно, самое хреновое, когда разрабам. Вообще, самые офигенные игры выходят, когда они сделаны с душой, когда разрабы вот прям вот сами любят свою игру, понимаете, да, о чем я? Если они свою игру не любят, если они не хотят порадовать своих фанатов, то пошли они тогда, да? Пускай ничего не упускают. Все, я больше Сталкер 2 не жду, короче. Я обиделась на них. Я теперь жду только Doom. Ага. С дробаша подходим в упор. Ну... Это, конечно, любой дурак знает. Чё вы думали, я... Не в курсе, что ли? А мы доходили до сюда-то? А, ну да, вот этот меня убил же! Он меня убил, завалил, он прыгал тогда тоже на меня. Два раза прыгнул, я умерла. Half-Life 3, даже если выйдет, то она уже будет совсем не та. У Valve, а точнее студия, которая занимается разработкой Half-Life, ее просто уже нету. Last of Us? Или что это такое? Не, Love это не Last of Us. Насадку на баллон, конечно, очень жалко, 700 рублей. Ты что, прикалываешься? Даже не думай... Про то, что тебе жалко насадку на баллон. А, стоп, меня здесь убили. Я забыла, где меня убили. Или тот, или этот, короче, меня убил. Нет, нет, нет. Это мои ошметки, наверное. Нет, нет. А мне туда, что ли, лезть теперь? А, ну-ка, давайте попробуем. Сейчас. Нет, мне не туда. Я думала, мне туда надо. Привет, мой сладенький. Last of Us? Конечно, ждем Last of Us 2, но... Я не знаю, лучше бы они ее так рано не анонсировали. И не мучили всех. Я не знаю, Sony... Sony сейчас очень мало игр делает, и очень-очень долго. И что с ними происходит? Привет, Мария.
Так, мы до сюда не доходили, поэтому срочно сохраняемся на каждом шагу. Так, все, погнали, спидран у меня начался. Где-то отсюда я начала вообще все свое прохождение. Да, вот эта дверь была закрыта раньше. У меня что, карта появилась? Я вернулся, ура! Жалко, что Fallout скатилась. Последняя часть вообще ерунда лично для меня, а первые три части были очень прикольные. Так, ну, я в Fallout'ах не особо разбираюсь, поэтому... Ничего не могу сказать по этому поводу. Но вот Fallout, самый последний, по-моему, онлайновый, который мало кому понравился. Там вообще его захейтили, да? Знаешь, что будет, если ты пальнешь бочку с горючим в упор? Слушай, ну, догадываюсь. Я во многих играх так делала, не знаю зачем. Заряжу-ка я. У меня сейчас 50 патронов в ружье. И, наверное, как во всех шутерах, в общем, тем оружием, которым ты стреляешь, те патроны тебе и дают. Hello! Да ну... Да ну что это такое? Он что сильнее монстра даже? Слушайте, а я ведь действительно... А! Я действительно сейчас к сейфу приду. Только я уже не помню циферки. И где здесь выход? Ага. Второй этаж, да? Здравствуйте, чатик, привет! Покинуть трансфер связи. Ну, давайте покинем. Начал проходить DS1 за мага. Скажу так, что я резко начал играть как говно. На связи сержант Келли. Я не могу добраться до Марс-Сити. Отправляйтесь в штаб десанта для перегруппировки. Может, в первом Dark Souls сложно играть за мага? Все, тут один был только. Кто-нибудь помнит код? О, припасы. Открыто. Ага, его даже не надо открывать, он сам открылся. Сюда, быстрее, торопись. Не поняла, кто меня зовет. Сюда, быстрее. А, лестница. Я думал, вышел только я. О, живой. Еще и ты. Что-то случилось. Не знаю, что. Ну да, что-то случилось явно. По всей базе, и люди стали меняться. Это так страшно. Может быть, стоит первый дарк тоже за мага попробовать поиграть. Ну не скоро. Отдыхаем от Dark Souls немножко. Пожалуйста. Немножко разнообразия хочется в свою жизнь впустить. Нет! Никуда я не пойду. Тут безопаснее всего. Никуда не пойду. Тут безопаснее всего. Я типа его зову куда-то. Слушайте, а раньше я почему-то приседала, а сейчас я присесть не могу. Интересно, с чем это связано. Мне кажется, что надо присесть и туда пойти, вот залезть. Shift же. Или... Да. Или вот этот Shift. Почему кнопочка Shift не работает?
Или С? С! Я не на ту кнопку нажимаю, дурында. Я все это время не на ту кнопку жала. С патронами... Следующее обстоятельство. Те, что раскиданы по уровню, те и получишь. Если будешь много косить, то лапками придется отбивать. Я не знаю, что там такое. А я думала, что можно только ружьем играть. И мне будут все время подкидывать патроны для ружья. Нет? Ну, тогда, наверное, придется поэкономить. И иногда стрелять из пистолета. Вперед! Спасибо, Бэкзелек. Мне очень приятно, что ты со мной пошел. Коди, привет! Неужели Думчик 3 в свое время мне очень страшным казался? Пока что он для меня не очень страшный. Ну, не такой, по крайней мере, как Dead Space. Пока что он просто как Doom. Примерно такой же, как Doom 4. Только там немножко покрасивше. Да быстрее! Почему я стреляла в руку? Есть у кого-то объяснение? Может быть, потому что она была не в броне? Почему я стреляла в руку? Выглядело это немножко странно. Наверное, надо стрелять в голову. Найдите карту АСО. Халасо. Вау. Что это? Что это такое? Всего 9 патронов. Здравствуй, Захар. А мы тут думчиками балуемся, смотри. На Марсе. На какой-то базе. Обожаю базы. Вы же знаете, как я обожаю базы? Это автомат! О, патрончики дали. Постарайся закрепиться на позиции и дождись нас. Мы отыщем тебя. Странно, что здесь нельзя прицелиться. Ну... Ты как бы не можешь приблизить прицел почему-то, как во всех шутерах обычно происходит. Знаете, как стрельба без прицела, как-то странно. Пупочек, привет! Это оригинал или переиздание говна? Слушай, да почему, блин, говна? Почему ты хейтер такой? Дис, приветик! У меня, короче, есть некоторые такие подписчики, короче, они хейтеры. Вот типа... Понятно. Это надо обдумать. Вот типа Риттерда. Кстати, сейчас я его произнесу его имя, и он обязательно придет. О! Отлично, меня загрузили. Меня устраивает. Ага, это переиздание. Спасибо, что сказали. Сама не знаю. Твою мать, у меня 6. У меня всего 6 аптечек. Ну, в смысле... У меня всего 6 крестиков. Да как сказать? 6 хп, вот. О. Уже 21. Ладно, нормально. Может, ружье все-таки пока взять?
Ну, нормально, неплохо. Учусь играть в Думчик. Вон он, который сзади подходил. Оригинал был криповым, а тут все обосрали. Во! Кошмар, вот так вот. Ой, он без головы идет. Поворачиваешь голову. А тут какой-то толстяк стоит за углом. Да, приятного мало. Мне кажется, надо вот так ходить. Я очень боялся эту игру, когда впервые на комп установил. Нормально, неплохо. Ну, а как я скажу? Меня бесит, что моя простуда не проходит. Я все болею. Нет! Когда я сохранила? Ну, пожалуйста. Может быть, я хоть раз сохранила с тех пор? Короче. Сохраняемся почаще, пожалуйста. Да, я вчера Dark Souls прошла, но у меня был маленький такой стрим. И я прошла Dark Souls где-то за 1.5 часа, 2 босса, Медир и последний босс, короче. Это было очень круто. На геймбой ты просто не успеешь разобрать и испугаться противника. Так, вот, сохраняемся здесь сначала. Ну, у меня, короче, стримы бывают... Бывают поздно, бывают, наоборот, раньше. Сейчас пока нестабильное расписание, вы уж меня простите. Надо в голову стрелять. Я вчера вообще не мог зайти, да и сегодня ненадолго. Обработка операций охраны. Так, вот здесь сохранюсь. Да ёшки! Ну почему? У меня не заряжен был пистолет. Ружьё, точнее. Почему он автоматически не заряжает? Cold Fear? Ну, если она будет работать нормально на компе, то увидите. Я про эту игру мало что знаю. Если она на компьютере, нормально ли она работает? Будет ли она добавляться в OBS? Понимаешь, это все важно очень. Сложность ветеран, по-моему, да? Третья, самая высокая, ну, которая может быть в начале. Да, Захар, плохо, что ненадолго. Очень плохо. В меня тоже кто-то из ружья стреляет! О. Станция закрыта. Станция закрыта. И что я сюда тогда зашла? Объясните мне. А, я могу здесь даже двигать. Нифига, тут физика есть. Физика движения предметов. Прикольно. Что же мы сюда тогда пришли? Ну, немножко подлечились, ладно, сохранюсь. Я ближайшую пару недель, как эти зомби.
Захар, ты прекрасно знаешь, что я тоже. Сегодня я тоже стримлю после работы. Я вообще ненавижу. Ненавижу. Ну, нет. Стримить я люблю, но я ненавижу стримить после работы. Потому что я очень уставшая. Я боюсь, что я как бы... немного замученная, и это как-то видно и слышно, и может быть у меня и настроение не очень. То есть я не успеваю поспать перед стримом. Ну, больше всего я люблю стримить отдохнувшие и с отличным настроением. Ну, к сожалению, времени сейчас вообще на отдых у меня нету. Рожек давно не было. Ну, не больше года. Мы вообще-то с вами проходили... Дал мой край в этих же рожках. Не ходить на работу. Я планирую что-то с этим сделать. Взять какой-нибудь больничный, например. Потому что я болею все-таки. Да, Захар, есть такое. Откуда ты знаешь? Спасибо, стоп. Я человек работящий. Но вас бросить я тоже не могу. Воу! Палк! Палкой какой-то трубой меня завалил, урод. Загрузим. Сколько раз мы уже умерли? Раз 10, наверное. Так, ну мы недавно сохранялись, нормально. Отпустите меня! А, быстрая загрузка-то F9. Давайте мы достанем, например, пистолет. А мне нравится тут из пистолета тоже стрелять. Нравится, сказала. Do you speak English? Yes, of course. Так, ну зато я сэкономила другие патроны. В этом же тоже есть свой плюс? Нет. МРХ, привет! О! Класс! Так кто идет еще? Сзади или спереди? О, он не успевает стрелять. Шикардос. Что? Что за ужас? У меня здоровье сейчас было. Написано минус 9. Как может быть здоровье минус? Кевточ, привет. Не просто, да, вообще не просто. Здоровье минус 9. Так, останусь-ка я здесь, да? Стреляй в башню? Это самый крутой дум по сравнению с последним, который выходил шлак. А кто я, если мне понравился последний дум тоже? Он же такой прям веселый. О. Блин. А! Я не могу прочитать.
У меня 4 здоровья. Гоу хардкор без сейва с одним хп. Помню, половину этого уровня так и проходил. Да, это HD вроде. Или не HD. Да я сама не знаю. Так. А, хорошо. Захар заказал... А, без сейвов. Черт. Без сейвов это уже, конечно, сложнее. Я случайно сохранилась. Фонарик-то можно включать? Мало хп, я тебе точно гарантирую. А вот без сейвов, блин, сложно. Я же не очень крутая в шутерах-то. Раз он тебе нравится, ты нормальный человек. Да, мне понравился последний Doom. Он такой, знаешь, как тебе сказать? Он прошелся у меня на одном дыхании просто. Ты просто в него играешь. Все. Так, Захар, нет, я все-таки нарушила слово. Я даже еще раз сохранюсь. Вообще, прорывной графит был в свое время. Завидовал всем, кто мог в него поиграть. А... В свое время это когда? Какого года игра-то вообще? О! Кто это? О! Да блин! Почему? Камон! Я-то думала, это хорошие. Ну как это? Я думала, солдаты хорошие сейчас подбегут ко мне. Что ты? Как ты? Помочь тебе может в чем-то? Что я дропнула в середине? Я вообще-то думаю, до конца прошла. Лечиться нельзя вообще, отстой. Ты неправильно играешь, включая какой-нибудь Power, Speed, Metal, Go Rush. А не вот это вот по углам. Так, а вы не помните, какой был код? 3, 5, 7, по-моему. Не, 7, 5, 3. 3, 7, 5. Мне кажется, там код может совпадать. Ты забыла, что прошло? Я не забыла! Да, я прошла Doom до конца. А, 5-3-1? 5-3... 1-3-5, может? Не подходит! А, так я еще записи находила. Тут уже может быть что-то другое. Стопэ. Тут может быть уже другой код, между прочим. Так, код 3 циферки, да? Быстро мне код. О, 815, кстати, может быть. Это может быть намек. Виречка, привет! Когда я играл в эту игру в 2005-м, не было и нета, и мы с другом играли по ночам для полной атмосферы. Было круто. Саундтрек первого Дума топ. Так. Какой там был? 815, может быть. Обновленный код. 531. Так, я пробую 815. Да что такое? Ну неужели у меня кода нет? Вот здесь есть какие-то цифры? 116, вот смотрите. А, ой. Короче, не могу открыть, все. 8805. Спасибо, ты мне очень помог. Адреналин.
Зачем мне адреналин? Я могу что делать? Спасибо за подписочку. Эти коды не к этому ящику. 3, 4, 7 код. Опа! Ну ё! Я сама не догадалась. Так, 3, 4, 7. А как вернуться? А, вот. Сейчас я попробую, ладно. 3, 4, 7. Правильно! А откуда ты его взял? Вот день рождения прапорщика. Серьезно? Странно, я не в первый раз уже заметил, что от каналов на Твиче отписывают. Да, какая-то фигня. Некоторые люди мне уже это говорили, что типа, типа, что такое? Мне пришлось заново на тебя подписаться. Прикинь. А, всего лишь 900 вариаций. Слушай, надо было подобрать. А чего я не подобрала? О, вот у этого чувака, наверное, код был. Да? Да, просто вот, вот. Ну, просто посмотрим. У него код. Чтобы уже успокоиться. Не... Мы меняем код 584. А, Коди, ты что, бот был? Это моя первая любимая игра. Очень круто. Эх, когда все играли в Doom, я тогда играла в сусликов, наверное. Да, точно, в сусликов. Ну, это имеется в виду не компьютерная игра. Это я играла на улице в сусликов. А если брать компьютерные игры, ну, может быть, я в то время играла в какого-нибудь Кузю там, фиг знает. Ну, короче, пропустила я всю крутизну. Вот к чему я говорю. На Твиче отключают уведомления, если ты в настройках это не изменишь. О. 4, 8, 5. 5, 8, 4. А-а-а! Стоп, а откуда я... Откуда я код узнал? Из письма, что ли? Так, перезарядись. Отличный совет. Перезарядись, пересохранись. Интересно, первая глава уже прошла или... Не, наверное, я пойму, куда пройдет первая глава. Тут же по главам тоже. Как во всех обычно играх происходит. Привет, Витя, конечно, можно. Только не обещаю, что я на него отвечу. О, задание выполнено. Солдат, не верится, что ты еще жив. Да не могу вернуться в Марс-Сити. Я сейчас в комплексе Дельта. Все выходы отсюда перекрыты. Гострим по Кузе. Устраиваю здесь командный пункт. Я люблю Кузи и биологию. Можно отслеживать состояние всей базы и связываться с остальными десантниками. Твоя задача встретиться с группой Браво и отправить сигнал СОС. А, я по сюжетке узнала. Альфа. Понятно. Так быстрее всего. Я дам тебе все необходимые права. Молодец, солдат. Удачи тебе. Да блин, я перезаряжаю. Просто... Просто обычно я играю на геймпаде. Это намного удобнее делать. Тебя стреляли из кожаного пистолета? Это неприличный вопрос. Ой, господи. А куда мне дальше-то идти? Все двери заело, то есть обратно получается. О.
Короче, знаете что? Я буду вообще во всех подряд теперь стрелять. Я сначала думала, что здесь есть хорошие какие-то солдаты. Ну, типа, выжившие. Все. Я поняла, что... Что никогда я еще так не ошибала. Вот сейчас, да, сейчас я не перезарядилась. Еее! Очень темная такая игра, да? Реально без фонарика ничего не видно. Моя любимая игра не работает. А я вернулась, оказывается. И теперь на меня охотятся те, кто здесь стояли, обедали, кофе пили. Жестоко, жестоко. Я не школу ло, мне 27 лет. Ты знаешь, возраст, как бы... Не имеет значения. Школу ло может быть и 27 лет. И 40 лет. Это не возраст, это состояние души. Обычно те, кто шатаны задрачивает после одного или пары выстрелов, сразу перезаряжают оружие. По идее, это глупо, так как это не влияет ни на что. А! Ой, спасибо, Захарушка. Теперь представь, либо ты стреляешь, либо светишь. Комбинации фонарь. Плюс оружия не бывает. Мне уже сказали. Да, я уже знаю. Ну, честно говоря, для стрима мне, конечно, намного удобнее то, что есть фонарь. Да, да, либо фонарь, либо оружие. Я знаю. Ну, наверное, кстати, от этого еще страшнее. Ну почему невозможно стрелять, когда в тебя стреляют? Все вот так вот кидает тебя во все стороны. Я, кстати, вначале еще думала, а зачем они аптечки тут разложили? Оказывается... Они мне сейчас нужны. На обратном пути пригодились. Самое офигенное, что сделали в этой игре, это то, что предметы сами берутся. Ну хотя бы из-за этого не надо париться. Хорошо, что я не видела второй вопрос. Мне кажется, что я иду не в ту сторону почему-то. Я иду обратно, да, вот. Блин, скажите мне правду, я иду обратно. Врагов нет, что-то не так. Я как уж на сковороде? Я посмотрела бы на тебя, что бы ты делал, когда в тебя вот так стреляли бы. Так, вот это, кажется, вперед. Комната осмотра лазарета. Во. Нет, мы здесь были. Что такое? Я хожу по одним и тем же местам. Блин, я заблудилась, короче. Я точно была здесь. Так, мы идем сюда, 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 сюда. Дальше. Сюда. Сюда. Дальше куда? Ага, точно не сюда. Может быть, здесь внизу надо проползти? А, нет. Так, отлично. Просто, конечно, все эти места выглядят, ну, знакомыми, потому что я здесь уже ходила первый раз.
далеко. Так, а здесь что такое? Как будто секретный проход, да? О! Вход управления декларацией. Кажется, я заблудилась. Привет, Максим. Хотя почему заблудилась? Ну, да, здесь мы с вами автомат брали давно. Мы здесь были, но... Так, ты назад опять пришла? По-моему, я делаю что-то не так. Это дверь? Я пришла совсем назад, просто взад. Слушайте, а здесь есть карта или что-то типа того? Как можно было заблудиться? Ага, вот, смотрите. Все. Может быть, сюда все-таки? Что-то я делаю не так, а? Лекс пришел? Я Лекса не вижу! Кто-то написал Лекс, но я не вижу его! Лекс, привет, привет! Давай, пока, Максим. Ну все же нормально было. Ну как можно было забыть? Ладно. Привет, Феникс. У меня всего 16 здоровья. Вот в чем хрень. А, ты Лекс? Неправда, Лексик такой желтенький должен быть. Может быть, вот сюда? Ага. Бесит. Очень бесит. Может быть, он туда проползти надо? Привет, привет, Лекс. Ладно, еще раз переспрошу. Алекс... Блин, как же мне узнать то, что ты написал? Захар, я сейчас немного, вот прям совсем немного тормоз, потому что я очень замученная после работы. Прости, пожалуйста, что я медленно читаю, но, черт возьми, я не успела. Он позже приходит. Да. Да, это про него. Я не знаю, что делать, блин. Ну, я просто иду, короче. Может, я все-таки найду выход? Мне вообще лифт, наверное, надо найти. Куда-то на лифте поехать. Но это не точно. Ладно, сохранюсь еще раз. Вообще буду почаще сохраняться. Трупы. Дверь заела. Может, надо что-то здесь открыть? Так а куда мне? Вообще, я не понимаю. Видишь, здесь двери заели. Вот эта дверь. И вот эта. А, нет, вот это не заело. Что
просто взяла, короче. Ну, я здесь была в этой комнате. Это тупик. Все, сюда не надо. Я заблудилась. Остановись. Может, сюда? Ага. Так. Мне кажется, или здесь все, вот куда бы я ни пошла, это круг какой-то замкнутый. Вебку пониже? В смысле себя опустить? Вот так? А, ну, нет. Я думаю, до конца стрима я точно не буду с вебкой ничего делать. Тем более, ты первый человек, который что-то про вебку сказал. Пока, Бэкзалэк. USC заботится о своих сотрудниках. Опа. Услуги профессионального психолога бесплатны и анонимны. Тихо! Нет! Сохраняемся! Я, кажется, нашла, куда идти, наконец-то! Боже, счастье-то какое! Привет! Блин! А жучок? О, жучок на моей стороне, он стрелял! Какой-то неприятный угол обзора, извини. Неприятный? Даже не знаю, что сказать на это. Ну... А, то, что она меня сверху снимает. Ну, это как бы нормально. Не знаю, на моем канале это нормально. Приятный, неприятный. Мне кажется, полно стримов, на которых там приятный ракурс. А на моем вот такой вот неприятный. Следующий группу Браво. Им пригодится любой человек, способный держать оружие. Необходимо отдать сигнал. Это наша единственная. Так, давно ли я сохранялся? Привет, 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 привет. Тихо. О. Это что сейчас было? Фак, меня через толчки не замочили. Смотрите, у меня здоровье 3. О май гад, где мне здоровье теперь брать? Это пасхалка? Ну пока, давай. Я все равно не собиралась ради тебя менять ракурс своей вебки. Она у меня уже давным-давно на одном месте стоит. Так, сохранимся. Правда, у меня всего 3 единички здоровья. Да, это был он. Блин, пасхалка, это, конечно, классно. Нежданчик в уборной. Нет, они про вебку мою говорят. Не про игру, а про вебку. Спасибо, жучок. Жучок всех убивает. Мне даже делать ничего не надо. Как хорошо, что я его встретила. Смотрите, он еще и ждет меня. О, я помогла жучку. Привет, собака!
Вот сейчас точно надо сохраниться. Здоровье немножко прибавилось. Патронов тоже. Оп. А в игре не знаю. В игре, по-моему, я все настроила там на максимум, и я не знаю, что еще. Что еще, как еще что-то изменить, перенастроить. Привет, Виктейлс. Спидран Дума. Типа того. Правда, по-моему, я даже еще первую главу не прошла. Немножко сложновато. На ветеране. Единственный союзник за всю игру. Так, мой союзник, кажется, уполз. Я сейчас последую его примеру. Я могу пригибаться. Все, поползли тоже. Спасибо большое. А у тебя, Виктейлс, какие в последнее время были спидранчики? Ну-ка, расскажи-ка. Виктейлс у нас спидранер. Поэтому он всегда прикалывается надо мной. О! Иди за ним, а то заблудишься. Так он убежал! Ой. И все, и дверь закрыта, и... Я уже заблудилась. Он все перегрелся. Resident Evil 2 и по УМК-3. А что такое УМК-3? Так. Захар прав, я заблудилась. Так вот же он. Кажется, там жучок остановился, я ничего не могу сделать. Или могу, не знаю. Я не знаю, была я здесь или нет. Здесь все такое немножко одинаковое. Ну, совсем чуть-чуть. Просто эта база, она... Кровь, трупы, темнота. Ну да, такое все одинаковое. А, Ultimate Mortal Kombat. Понятно. Так, там лифт был. Наверху, что ли? О. Где? Ой! Бывает. С кем не бывает. Припадок небольшой. Ничего страшного. Так, стоп, это не лифт. А что это? А я на Сеге спидранил МК, только сам этого не понимал. Если все в крови и с трупами, большая вероятность, что ты там была. Ага, ну, кстати, логично. Постригла... Да, я немножко постриглась. Да. Ну, где-то вот, вот настолько. Не знаю, но это, да, это даже не немножко. И я, конечно, немного расстроена из-за этого, потому что сначала ты такой... А, мои волосы ожили. Так все круто. А потом проходит некоторое время, и ты такой... Блин, у меня такие прически были офигенные. Мадам Перчинка. Спасибо, так меня еще не называли. Нет, ну вообще с перчиками это не особо связано. Это связано с чертиками. Слушайте, пробуем еще раз. Пробуем еще раз наверх. Может быть, здесь все-таки лифт, я не заметила.
Так, вот это лифт, да? А как же? А как же он сюда прошел-то? Ага, лифт на первом... А, вот этот! О боже, спасибо, друг, спасибо! Николай Апостол, привет! Так, офисы... Так, мы сейчас на втором этаже, значит, нам вот этот надо. Правильно? Суккуб, о, точно. Вряд ли вы понимаете, доктор Бетругер. Нет, я все прекрасно понимаю. Я отстраняю вас и беру управление на себя до окончания. Тут кризиса. Есть живые, оказывается. Ну, конечно, как всегда, начальники все выжили. Так называется. Ситуация вышла из-под контроля. Ситуация под полным контролем, Свон. Под моим. А вы с вашим лакеем управляете себе на здоровье ничем. Ясно, Свон? Да, Бетругер. Теперь мне все ясно. У них такие безумные глаза какие-то. Окей, план Б. Это тогда такие лица делали, что ли? Добро пожаловать в лабораторный комплекс. Строительство комплекса Альфа, также известного как первая ступень, было начато 20. Я просто не понимаю, как попадать в голову. Я стреляю вокруг головы. Никак не могу в голову попасть. Впервые увидели свет. Так, здесь заперто. Хорошо. Субатомные фазовые деконструкторы. Не очень хорошо, но... И компактор молекулярного топлива. Здесь все разрушено и все заперто. Кстати, Захар, вот я вот здесь не была. Смотри, здесь все в крови. Мне кажется, ты не прав был. Спасибо большое, Саш. На работу, боже мой. Почему же вы все ночью-то работаете всегда? Долго я переключала все свое оружие. Кто еще здесь? Кто здесь? Я слышу зомби. А, целится вокруг головы. Да, я так делаю иногда. Когда я не могу попасть, я стреляю вокруг и... Знаешь, надо целиться как раз, пытаться промахнуться, и тогда ты попадешь, да. Есть такое, есть. Что за черт? Почему у меня все время разряжено ружье-то? Мне кажется, может быть, знаете, что, чувствительность мыши какая-то. Слишком она реагирует прям вот на мои движения. Спасибки. Ой! Значит, кто-то другой развлекался тут, а вообще следы от выстрела, следы, когда кто-то кого-то тянул, немного разные. Ну, да, Сергей, привет, Федор, привет, Готика 2 будет в скором времени на стриме? Да. Да, ребят, я очень планирую Готику 2. Я недавно смотрела немножко на Ютубе, у меня прям так тянет Готики. Очень тянет. Ну, буквально я там чуть-чуть, я наткнулась просто на видос, на чей-то стрим. Не останавливайся, приятель. Ты мне ничем не поможешь. И там взяли такая музыка. Нас взяли врасплох. Вызвать из ниоткуда. Найдите ПЦС Уильяма. Так, без ПЦС я туда не смогу попасть. Твое ПЦС? Дай мне ПЦС, быстро. Еще 2-3 отряда держатся, но все... Не, нормально. Постарайся их отыскать.
Я уже к этой чувствительности начала привыкать. Нормально, я буду так играть. О. Меня сохранили. Значит, я на верном пути. Игра мне как бы намекнула. Еще раз сохранюсь. Я так спать хочу. Да я тоже, честно говоря, немножко уставшая, немножко спать хочу. Возможно, возможно, но это не точно. Может быть, у меня будет выходной в воскресенье. Вот, тогда я наконец-то отдохну, высплюсь, нагуляюсь и еще и постримлю уже такая... Бодренькая, короче, там буду петь, танцевать, ну как обычно. А сегодня... Сегодня я, конечно, с удовольствием играю. Игра вроде неплохая, такая вообще динамичная, немножко страшная. Я, кстати, хотела давно какой-нибудь космический хоррор. И, честно говоря, я не думала, что Doom это космический хоррор. Я думала, что Doom это какой-то, типа, дьявольский хоррор, что ли. Да, выходной, возможно, будет. Наверное, больничный возьму из-за руки, хотя бы энергетики пока пить перестану. Слушай, как ты можешь пить эту гадость? Как вообще можно все время себя вот так вот не любить? И вливать в себя какую-то кислоту? Боже мой, зачем вы это делаете? Ну, это приходит с возрастом. Вот эти вот мои наставления, когда я начинаю говорить, боже мой, не пейте энергетики, не пейте колу там и так далее. Это, наверное, с возрастом приходит. Я могу бить в ближнем бою руками? Что значит это эффективнее? Ну хрена мне бить руками, ты чё? Doom 3 отходит от канона серии. Doom именно про демонов и прочее, а не вот это. Ну, здесь, наверное, будет про демонов. Это же только первая глава. Лучше энергетика — это зеленый чай, но я кофеиновый наркоша, ни за что его не про меня. А ты вообще-то не в курсе, что в зеленом чае есть кофеин? Тоже. Я себя люблю, но работать-то надо и учиться тоже. О, боже мой. Пей чай с чабрецом, пей Иван-чай, они тоже бодрят. Очень даже сильно бодрят. Опа! Опа! Это новое оружие у меня в руках, кажется. А ты что сегодня в себя вливала перед стримом? Ничего. Сегодня я только поела перед стримом. Это была котлета с макарошками. Это было не очень вкусно. Но просто... Мне самое главное не хотеть есть во время стрима. Я сейчас очень пить хочу. Это что за пес такой? Пес, уходи! Фу! Я сохранилась на всякий случай. О, смотри. От ожога взбодрился. Слушай, это надо запомнить. Как можно быть таким лохом? Я думала, это какой-то босс, а это просто...
куча мяса. Отличная игра, с удовольствием погружался в нее, когда она только выходила. Приятного прохождения. Да я не знаю, какие-то макароны были не очень. Котлета какая-то была не очень. Ну, бывает такая хрень. Они как бы были не только приготовлены. Макароны вкусные, я считаю, только свежие. Я зачем-то делала такую ошибку в своей жизни. Ела макароны в кафешках. Боже мой, никогда, никогда не ешьте макароны ни в каких заведениях. Ешьте что угодно, но только не макароны. И почему их все время так переваривают? Вот что они вот просто вот одной какой-то массы еще продают это за деньги. Я вообще намного вкуснее макароны варю. Так, дверь доступа открыта. Спасибо за подписочку. О, мы сюда еще не ходили. А кого мне еще жизни учить? Ой! Ай! Ты че, блин, свинтус охренел? Он завалил меня, как начал меня мочить. О, у меня 13 единичек хпшечки осталось. Так, все еще 13, все нормально. Просто дробовик не контрится на любой сложности. Приятель? Доставлено вам приятелем. Интересно, ну-ка давайте посмотрим. Ой, приятного дошика тебе. Так. Какой-то код надо опять искать. Нету? Просто дайте мне код. Кас, привет! Так, последнего проверяю. Так. 5, 8, 4. Ну, это последний код, который я находила. Но боюсь, что он не подойдет. 5, 8, 4. Блин! 5, 8, 6. Не знаю. По-моему, вообще никакой код здесь не подойдет. Так. Фух, на всякий случай сохранимся. А, мы вообще-то снизу сюда пришли. Походу, я до конца стрима поставил вариться окорочок, включить... Включить забыл. А как это? У тебя просто пролежал окорочок в воде. Слушай, у меня, кстати, сегодня вообще катастрофа произошла. О! У меня, короче, были куплены брокколи, такие зелененькие штучки. Вот, и они сдохли у меня в холодильнике. Просто какая-то такая зеленая биомасса получилась. И, блин,
Это было ужасно. Я так хотела их сварить. Я так хотела поесть полезную еду, но, как всегда, хотела, тянула и дождалась, что они испортились. Письмо еще раз открыть. Ну, давай. Ну. Может быть, 0508? Я не съела, конечно, я выкинула. Здравствуй, Грейт. Грейт. Может быть, 0508, действительно? Шик и блеск. 0508. Ой, господи. Возможно, с этим кашлем. Я вот покашляю, потом разговаривать не могу. А, еще выше. А что за оружие у меня? Браво доложила, что некоторые участки базы зарастают какой-то дрянью. Не знаю, что это такое, но думаю, ничего хорошего. Держи ухо. Я постараюсь не болеть. Молока в доме нет. Мед есть. Чай с медом буду пить. Вау! Сколько здесь разного оружия, обалденно. 2.1.45? Не знаю. Где ты такой код нашел? Добро пожаловать в лабораторный комплекс так. Альфа. Строительство комплекса Альфа также известно. Мед с водкой. У меня всего 5 единичек. Как я пройду? Я слышу чьи-то шаги. Нет, давайте все-таки, наверное, возьмем, наверное, ружье. Как-то с ружьем побезопаснее будет ходить. О! Опа! Опа! Что за Resident Evil? О! Что за фигня? Это, блин, какой-то Resident Evil Alien Isolation. Просто чужой против хищника. Я не знаю, как это назвать. Экономим патроны от чейнгана? Ладно. Блин. Нет! Я чуть не упала. Ай, царапаешь, придурок. Господи, ну что это? Нет, я водку ни разу не пробовала. О, мы друг друга убили. Блин, ну Фростик, ну что вы, ну вот чё вы ты залез? Мне же неудобно так играть. Не спрашивайте, как я сейчас играю. Одной правой рукой. Очень. Особенно, когда он меня царапает.
О, я забыла оружие поменять. Это захват стрим. Ну, Фростик, ну больно. Ну, господи, ну... Зачем тебе это надо? Я... Пойдем. Пойдем. Кыс-кыс-кыс. Пойдем. Ну быстрее иди. Кому сказала? Он не хочет туда. А че он тогда просто... Просто так, что ли, приходил? Пока с дробаша и автомата вали. Так, договорились. Так. Что-то у меня здесь какие-то траблы. Я не понимаю, один он тут или двое-то? Сколько их падает-то вниз? Спасибочки. А, один. А мне почему-то казалось... А, нет, не один. Нет, нет. Ребят, я вам очень хотела бы показать кое-что. Блин, малек просто упал. Я не знаю, как это показать. Наверное, у меня камера не дотянется. Он просто... Он пришел ко мне к стулу и просто упал. Такое ощущение, что он... Что все. Что нет кота. Сфоткать? Сейчас. Я сфоткала, скину потом в Дискорд. Ой. А, сразу? Ладно. Блин, так смешно. И вот он сейчас вот так лежит. Не могу пройти никак. Блин, Захар, объясни мне, как ты проходил без аптечек. Нам с вами хотя бы до второй главы надо сегодня дойти. Кстати, а сколько действительно я глав уже прошла? Еще первую даже не прошла, да? Нет. О, нет. Еще один идет. Нет, их четыре. Их четыре. О, боже. Как я это пройду? Ловить тайминги хорошо. Как скажешь. Ты посмотрела, который я тебе вчера писал? Что? Муха. Что я посмотрела?
канал, который ты мне вчера писал. Видимо, нет. Надоело, я начала сохраняться. На четвертом ты промахнулась один раз, вот расплата. Так, мне вчера Олег Исаев писал какой-то канал. Как же это все вспомнить-то? А что там на этом канале? Я прошла, кажется. Что такое Дискорд? У нас там группа, типа чат такой, в котором мы общаемся. Но в последнее время, к сожалению, я туда редко захожу, но анонсы стримов я все-таки туда кидаю. Хорошо, давай. Только не забудь его поставить тушиться. Не забудь огонь включить. И давай, чтобы он не сгорел там, ладно? Сделай все красиво. Их же проще доджить на расстоянии. Ну, мне проще, видимо... Один выстрел сделать, чтобы он умер. Так, начинается. Я опять бегаю по одним и тем же местам. Мое любимое. Я сегодня делаю это уже не в первый раз. Да, я понимаю, что если вылезают враги, значит, я все правильно делаю. Я заблудилась опять. Вверх-вниз, вверх-вниз. А кто-нибудь запомнил, как я до сюда дошла? Спасибо. Ага. Так, вот здесь все это началось. Так, отсюда куда-то надо попасть. О! А мы здесь были? Патроны! Ничейные лежали. Так, это мне уже больше нравится. Это тот самый коридор, в котором можно заблудиться. Да ты чего? Собак дроби мочи. Хорошо. Кэптон Хишира Дина Кризис ремейк. Так. Блин, что ты сейчас хочешь, чтобы я это запомнила? Там что я должна посмотреть? Дина Кризис ремейк?
Или именно от него надо посмотреть Дина Кризис Ремейк? Да, вот здесь я вспомнила, я возвращалась обратно. Пока что у меня не получается настроить эмулятор, ребятки. Пока проблемы. И не только с Дино Кризисом, с несколькими играми. Все-таки сюда. Да что ж такое-то? Ну куда же мне идти-то? Да какое долбанутое это место. Как я туда попала тогда? Ага. Или нет? На всякий случай. Thank you! Я только что сохранилась. Я молодец. Первую что первую? Дино Кризис? Нет. Ага, два выстрела в упор и все. Что-то не так. No, I'm a devil. Опять иду обратно. А, я вспомнила, Олег Исаев, ты мне, короче, кидал какой-то канал и сказал, что типа там есть Uncharted 5, Alien Isolation 2, короче, все, я вспомнила. Что-то нереальное ты мне такое вчера рассказывал на стриме, да. Я вспомнила. Нет, я не смотрела, ты понимаешь? Мне нужно куда-то написать, чтобы я это не забыла. Ну, скорее всего, это все фейки. Может, мне сюда все-таки? Может, на лифте уехать? Добро пожаловать в лабораторный комплекс Альфа. Хорошо. Строительство комплекса Альфа. Я сохранилась перед смертью, дурында. Нет, я сохранилась перед смертью. 2095 год. Блин! Зачем я это... 2095. Час, сек. Вперед, вперед надо бежать. Ну нет, не после каждой твари. Впервые увидели свет такие революционные технологии. Просто я после каждого трудного момента, вообще смотрю, у меня как бы здоровья сейчас маловато, поэтому я много сохраняюсь. Когда будет много здоровья, не буду так делать. Берем другое оружие. Научно-исследовательской станции Альфа. Впервые. Отлично. Я застряла!
Мне срочно нужны аптечки. У меня аптечки взяли и закончились. И я поэтому здесь очень сильно мучаюсь сейчас. Все, я скоро найду аптечку, я перестану на каждом шагу сохраняться, я вам обещаю. А ну брысь! Брысь из моего рюкзака! Че ты туда лезешь? У меня, короче, духи в рюкзаке, и Мальку они очень сильно нравятся. Welcome. Он засунул туда голову. Come back anytime. Костик, спасибо за подписочку. Наконец-то я что-то новое открыла. Смерть гонится за мной. Почему ты говоришь? Боже, я, кажется, прошла то ли первую главу, то ли... Солдат, мне доложили, ты так и не встретился с группой Браво. Прибавь шагу, они не будут ждать тебя. Надо как можно быстрее добраться до центра связи. Так. А когда мы уже на Марс выйдем? Надоела уже эта лаборатория. О, немножко здоровья дали. Слушайте, я так расточительно... тратила свое ХП. Наверное, так, как я сейчас трачу свои патроны. Кот, ну ты вовремя запрыгнул. А ну брысь. А ну брысь, сказала. Какой непослушный кот, главное. На клавиатуру залез. Привет, привет, Костик. Спасибо, что подписался. Мы тут в первый раз Doom 3 проходим сегодня. О! Мой любимый терминал лечения. Спасибочки. Давно не виделись, ну чё, как успехи, мужика нашла, третьего кота завела. Нет, я сейчас избавлюсь от своего второго кота. Если он будет лазить по столу. Все, я перестала сохраняться на каждом шагу. М? Почему? Почему вы меня не упускаете? Да как выйти отсюда? Только не говорите, что мне обратно, пожалуйста. Я не хочу обратно идти. Так, это путь обратно. Нет. Нет, мне надоело бегать по одним и тем же местам. Мне очень надо пройти вперед. Кто-нибудь. Отправь его на перевоспитание. Ну неужели мне обратно идти, а? О, что-то открылось. Или нет? Никто не знает? Никто не знает, то... Почему мне не пройти вот в ту дверь? Ошибка офлайн, видите? Чё ты,
что-то пищит, что-то ему не нравится. Я слышу, что за дверью кто-то есть. Может, здесь какую-то загадку надо решить, чтобы выйти? Да не надо обратно. А так как тогда? Как тогда пройти вперед? Все, моей соображалки не хватает. Может быть, наверх куда-то залезть? Надо что-то взять, может. О! Гениально! Корпорация UEC гордится своим уровнем безопасности труда. Пожалуйста, соблюдайте технику безопасности. Блин, игра оказалась, честно говоря, немного сложнее, чем я думала. Прямо со здоровьем у меня постоянно теперь проблемы. А можно пойти еще вылечиться? Вот сейчас вот я наконец-то узнаю. А, да, все, когда ты, короче, все лечилки из терминала забираешь, он перестает работать. А теперь я это знаю. Да блин! Что? Я вообще не успела ничего сделать. Так, возьму-ка я, наверное, автоматик и заряжу его. Только начало. Ну вот, я говорю, начало и уже такой хардкорный. Нет, Alien Isolation я стримила уже 2 раза. Я очень люблю Alien Isolation. Офигенный космический и атмосферный хоррор. Сам понимаешь, это уже перебор. В постоянном страхе перед тем, что природные ресурсы когда-нибудь истощатся. Слушайте, никому не нужен код от меня в подарок. Я даже не знаю, как это описать. Он залез за монитор. Alien Isolation, да, классная игра, помнишь? Те пару клипов с моего с лайком прохожу. О, ты что охренел? Сейчас я сфоткаю его здесь тоже. Алёша! Ты что тут лазишь? Все, он вылез. О, он повернул камеру. Ну что ты за придурочный? Ребят. Он меня достал. Вот что мне с ними делать? Смотри на камеру. Что мне с тобой делать? Кошка моя. Мое внимание, да тебе надо, мой малыш. Отправь его мне. Я имела чего перевоспитаем и жрать отучим. Так нет, вот этот у меня мало кушает. У меня много фростик жрет. Малёндель. Ну, он на ручки хотел. Тоже думал за этот стрим, что Wolfenstein Return to Castle мог бы понравиться.
Да. А это последний Вольфенштайн? Он у меня есть, кстати. Вредный малёшка. Все, иди куда-нибудь. Давай. Так, слушайте, а как электричество отключить? Мне явно как будто бы туда только электричество мешает. Потап, привет! О! Слушайте, а я поняла, почему этот дум сложнее четвертой части. Потому что здесь здоровье не восстанавливается. Там вроде как восстанавливалось здоровье. О боже. Я только сейчас это поняла. Что это? Да, Костик, оно. ЖКХ не плати, они сами тебе электричество отрубят. Тарзан, привет! Hello! Потому что он кривой, вот этот? Стопроцентное здоровье. Это надо было сохранить. Не, вообще классно, когда тебе нужно лечиться в определенных местах. Я рада, что здесь так. Очень рада. Это я перезарядила или кто-то перезарядил? Dead Space 4? Да нет, конечно, но откуда ты эти игры-то берешь, Олег Исаев? Я тебе задарил его. Кто-то или в планах проходить собиралась я про Вольфенштайн? Ты мне его задарил? Ой, Захар, если это был... Еще раз. А тебе его... Все, простите, прости. Нет, мне его не задарили, я его тогда сама купила. И решила, да, что буду стримить, а потом почему-то все стримили, а я не хотела. У меня, как всегда, знаешь, дух противоречия, все стримят, а я не хочу одновременно со всеми стримить. И, короче, получилось, что как-то... И прошло это все, понимаешь? Здравствуй, здравствуй. Да, я прости, что я так прочитала. Помоги мне. Стоп. Не, ну если Вольфенштайн крутая игра, то давайте постримим ее как-нибудь. Не поняла, новый Вольфенштайн вышел? Старый же недавно, ну в смысле вообще недавно же вроде выходил. Год назад. Вот
потому что мы хотели поиграть в какой-нибудь хоррор. И выбрали Doom 3. Аптечка! Она мне была нужна. Я вот этих уже ненавижу. Они закончатся когда-нибудь? Может быть... Давай, Захар, напиши. Может быть, они закончатся в другой главе, вот эти враги. Когда я с корабля уйду, если я уйду с него. После Дума? Да выберем, опять будем выбирать игру. Сегодня выбирали между Сомой, Думом и Alone in the Dark. Вот, в эти две игры, возможно, будем играть еще. Fable 2 я не допрошла. Вариантов дохренища. Вчера вышел. И ты уверен, что мне понравится. Ну, база, блин, какая разница? Уж лучше корабль. Ненавижу базы. А вообще хочется уже на свежий воздух выйти. На Марс, например. Я знала уже ваши уловки, то, что вы сзади будете подкрадываться. Стоит мне терять бдительность. Потроши. Пришла женщина типа на корабль. Почему кома? Ты хочешь сказать, что читается кома? Там же пишется через S. Утечка газа перекрыта. Огонь потушен. Я огонь потушила. Кто молодец? Пожарник Люська. Посмотрела «Король Лев». Вспомнил детство. Так прикольно. Фильм, конечно, шедевр. Я тоже посмотрю обязательно. Да, но Сома пишется через S, как доллар, как змея. Я выйду когда-нибудь с этой базы? У меня уже закрадывается вопросик. Есть ли хоть малейшая надежда на это? Так, кажется, я иду назад, но здесь, видите, я кое-что пропустила. Угу. О! А! Я отсюда выползла, я вспомнила. Я Сому, ребятки, я ее стримила. Но я прошла где-то, наверное, половину только. Вот, поэтому я, наверное... Хотела бы ее как-нибудь постримить, да. Ой, пожалуйста, не спойлери, я обязательно посмотрю этот фильм. Вау, ручные гранаты, патроны. Жестко. Сомя перед самым интересным и хоррорным остановилась. Спасибо.
По-моему, эти зомби действуют умнее, чем я. Они прячутся. Спасибо. Ау. Спасибо большое. Правду говоришь. Не плюйся в вебку. Я прикрылась. Когда чихнула, даже фокус на камере растерял. У меня к ночи почему-то все это как-то усугубляется. О, застава. Чка. Что с тобою? Так, новая тварина. Ну а чё, я решила сохраниться, конечно. Ой, сохраниться, зарядиться вовремя. Славик ушел за чаем? Ну, надо мне тоже чайку хорошего, успокоительного своего попить. Застряло все. Что у вас тут все застряло? Так. Так, ребяточки. Я уже скоро пойду. Я не знаю, хочется до какого-нибудь ключевого момента дойти. Вообще хотелось бы, конечно, уйти с этой базы. Очень. Очень хочется. Но что-то мне подсказывает, что сегодня мы не сможем. Пока что, что могу сказать про эту игру? Она немножко сложнее, чем предыдущий Doom. Из-за кривизны или... из-за чего-то еще я пока не определилась. Может быть, из-за того, что очень темно. Смотрите, все факторы, короче, если взять, да? В этой игре темнее, постоянно надо включать фонарик. Очень грамотно расставлены враги. То есть специально, чтобы неожиданно они выскакивали. Вот. И, короче, когда тебя мочат, ты замедляешься так нормально. Вот, у тебя постоянно, короче, медленная перезарядка, мало здоровья, здоровье не восстанавливается. И, короче, это все, как мне кажется, то, чего не было в предыдущем... О, ну, ладно, не в предыдущем, в следующем Думе. В следующем. Там игра была намного светлее, намного как-то плавнее, ну... прям вот все получалось как-то. Я быстрее ее проходила. Я думаю, на этой замечательной ноте я, наверное, и закончу. Думаю, либо из-за кривизны, либо из-за кривизны. Ну да, наверное, ты прав. А впечатление, ну пока что это просто для меня... Doom такой же, как и тот, в который я стримила недавно, Doom 4, очень похож, и не могу сказать, что он страшный, то есть еще один Doom, который мы с вами теперь проходим. Все, я все сказала. Неплохой. Так, Alone in the Dark, ну, надеюсь, что... когда пройду эту игру, может быть, следующий будет Alone in the Dark. Мы еще не решили с вами. Ладненько, ребятки. Всем спокойной ночи. Спасибо, что были на стриме. Я вас всех люблю, целую. Стримчик следующий будет у нас послезавтра вечером. Воскресенье. Завтра я не могу. Завтра вечером у меня будет точно занят. Вот, послезавтра. Все, пока, ребяточки. Очень рада была вас видеть. Пока-пока-пока.